Разработчики объявили, что перенесут Standoff 2 на новый движок, новая графика, новый античит, а также как не потерять свой аккаунт, когда в Standoff обновится движок. Будешь в шоке. Давай быстро проверим твое везение. Последняя цифра твоего лайка покажет, какой нож ты получишь, когда Standoff перейдет на новый движок. Мне лично не повезло и выпала цифра 3. А что выпало тебе? Ставь лайки, пиши в комментариях. А всем привет, дорогие друзья, с вами как Сасанджи. Если ты смотришь это видео, то я тебя поздравляю. Тебе очень повезло. Ведь сегодня будет очень важное видео, в котором мы полностью разберем с вами очень важную новость, которая коснется каждого. Есть информация, инсайдерская, то, что игру переписывают на новый движок, это значит, что добавят клиент-сервер. Давайте разберемся, будет ли в Standoff новый движок, или же игру просто перепишут с нуля и обновят графику. И каким же тогда будет Standoff? Все это мы с вами сегодня разберем. И да, мало кто из вас знает, но еще с 2022 года разработчики тестируют и разрабатывают версию 1.0.0. Кто не знает, это релиз Standoff 2. Если вы не заметили, то обновление у нас начинается на цифру 0, типа 0.28.0 и так далее. Потому что Standoff 2 даже официально не вышло, как бы это смешно сейчас не звучало. Больше 7 лет Standoff 2 считается как открытый бета-тест. Спустя 7 лет разработчики очухались, и они собираются официально выпускать Standoff 2, и все обновления будут начинаться на 1.0.0. Тем более, разработчики много раз были замечены на версии 1.0.0. А что это за версия? Будет ли реально новый движок? И что будет с вашими аккаунтами? Максимально просто наставьте сюда лайков, ведь это очень важное видео. Ведь сейчас все об этом говорят, и многие ютуберы тем более врут вам. Так что смотрите до конца, чтобы все узнать. И да, также вы узнаете, подтянет ли ваш телефон новый Standoff, и зачем это делают разработчики. И да, разработчики уже давно тестируют версию 1.0.0, так что это не фейк. И это правда. Ну и да, спойлер, очень многие баги пофиксятся, ведь с игрой очевидно что-то не так. Друзья, хочу заявить, что конкурс на Керамбит Purple Camo продолжается. И итоги будут уже скоро, наставьте тут конкретно 4000 лайков, я уверен, вы сможете, и тогда будут итоги уже в моем телеграм-канале. И да, кстати, ссылочка на мой телеграм-канал в описании к видосу, обязательно подпишитесь, всех вас жду. Там будет еще и другая информация. Ну и да, я надеюсь, что вы сможете тут набить конкретно 4000 лайков, мне будет очень приятно. Ладно, давайте не тянуть, видос вышел очень сегодня интересным, всем желаю приятного просмотра. Многие меня спрашивают, где же я поднимаю голду? Я голду поднимаю на булдропе. На сайте даже можно уже донатить через QR-код. Я уже это сделал. И да, у меня еще есть промокод на пополнение. Если ты его введешь, ты получишь крутой бонус. Вводи и проверяй. На булдроп еще завезли бесплатный кейс, который можно открывать один раз в день. С него тебе может многое выпасть. Давайте даже откроем новый кейс. И сразу видно, что тут хороший дроп. Также булдпас продолжает. И за заданиями ты можешь забирать призы. Тут появился новый скибиди-обменник. Также на булдропе очень быстрые выводы. В комментариях в описании мой промокод. Поднимай вместе со мной голду на булдропе. Ссылочка уже ждет тебя в описании и в комментариях. Приятного просмотра. Ну и да, друзья, давайте начнем с того, что это вообще за версия 1.0.0. Как уже я говорил в самом начале видео, все обновления у нас начинаются на цифру 0. Поэтому все обновления это 0.29.0, 0.30.0. Но мало кто из вас знает, что разработчики прямо сейчас уже разрабатывают версию 1.0.0. И это не шутки. Еще 2 года назад разработчики были замечены на этой версии, даже когда еще не было 5 сезона. Сразу скажу, что сейчас Standoff 2 даже официально не вышла и более 7 лет находится в бета-тесте. Да, я знаю, что многие из вас сейчас этого угорают, но целых 7 лет игра в бета-тесте. Хотя уже есть киберспорт, выходят трейлеры, похожие на кино. В игре есть целый сюжет, гироскоп, но есть одна проблема. Как вы знаете, Standoff 2 находится на движке Unity. Этот движок очень старый, и разработчики как раз и оправдывают большое количество багов в игре именно тем, что игра в бета-тесте. И на движке Unity читы создавать очень легко. Поэтому сколько бы разработчики ни боролись, это вообще не помогает. Уже много лет читеры мешают нормально играть. И как раз проблема в том, что игра типа в бета-тесте. Короче, что я хочу сказать, то что обновление 1.0.0 это по сути релиз Standoff 2, то есть Standoff 2 официально выходит. Давайте для начала я вам скажу, что же будет в этом обновлении. Сразу хочу сказать, это то, что 100% будет обновленная графика, ведь графика в Standoff с годами почти не менялась. Именно в обновлении 1.0.0 будет более новая реалистичная графика, но для оптимизации ее можно будет скорее всего отключать, ведь не все телефоны ее подтянут. Второе, это конечно изменит эффект от молотого, хаешки и смока, будет чуть-чуть реалистичнее. Также я думаю, то, что если будет новая графика, то и текстуры может немного обновят. Если вы думаете, что я что-то выдумываю, то опять же, сами посмотрите. У игры не будет куча багов, не будет столько проблем, и игра полностью изменится. Второе, то, что будет обновление 1.0.0, это, конечно же, как и говорил, клиент-сервер. Кто не знает, что такое клиент-сервер, то это очень сильно связано античитом. Античита у нас в игре, по сути, нет. Кроме этого, посмотрите, какие баги у нас сейчас в игре. На это смешно смотреть. Разработчики их нормально не фиксят. Игра до конца не доработана. Третье, о чем многие говорят, это то, что магазин серебра будет в обновлении 1.0.0. Да, магазин серебра — это крутая идея. Ведь хотелось бы покупать особые скины за серебро. И об этом даже разработчики снимали целое видео. И они даже сами не знают, будет ли магазин серебра в
в игре. Но такое все-таки возможно. Ну и да, кстати, в одном видео они спалили пасхалку. Там у них написано слово клиент-сервер. Как раз таки клиент-сервер и будет в обновлении 1.0.0. Но если же магазин серебра появится в игре, то там будет просто бешеная комиссия. Ну и да, теперь что я думаю? Обмен скинов стендов. Да, я понимаю, что там нужна будет тоже комиссия, чтобы разработчики с этого зарабатывали. Но обмен скинов или же трейда очень нужен в стендофе. Например, если вы хотите кому-то передать скин, как я уже говорил в ролике про 8 сезон, кстати, кто не видел, посмотрите, там я сказал, что еще в 2019 году разработчики хотели добавить обмен скинов в нашу игру. И возможно, именно в обновлении 1.0.0 нам могут легко завести обмен скинов. Ну и мы плавно подходим с вами к самому главному. Будет ли новый движок стендов 2? Недавно Вели сказал, что никакого нового движка не будет, а игру полностью перепишут с нуля. Ведь чтобы перенести игру как стендов на новый движок, ну это будет очень сложно, так что, к сожалению, нового движка не будет. Но графику и многое поменяют. И все, читеров столько не будет, потому что будет клиент-сервер. Ну и да, что же будет с вашими аккаунтами, когда игру полностью перепишут с нуля? Не бойтесь, все ваши скины, все это сохранится, можете даже не волноваться, никто это не удалит. И все ваши аккаунты будут в порядке. Так что да, на версии 1.0.0, стендов 2, все будет нормально. Игра будет также на Unity, но игра будет полностью переработана, изменена и переписана с нуля. По сути, мы с вами увидим уже совсем новую игру. Да и откуда вообще появился слух о том, что стендов 2 перепишут? Это в интервью сказал киви-спортсмен. А разработчики сливают киви-спортсменам информации об новой раньше, чем остальным. Ну и да, нового движка не будет, это 100%. Сами оружие и полностью пофиксят, и сделают гораздо реалистичнее, поменяют звуки и так далее. Оружие это коснется, и также звуков окружения и так далее. А еще, друзья, на ютубе есть один двухзубый школьник, который записывает видосы до сих пор со старых наушников, и он своим мерзким, медленным голосом говорил, что стендов 2 точно перейдет на новый движок. И ему его же подписчики писали, что он несет полную фигню у себя в ролике. Ну и да, хотите еще поугарать в своем видео? Он начал засирать мой видос. Кстати, да, спасибо тебе большое, после этого мое видео стало еще более популярным. Короче, он там говорил, что Римская империя это 8 сезон, и этот же двухзубый школьник, походу, не понимает, что разработчики не могут знать, что будет в 8 сезоне, до него еще 2 обновления. И да, тебе же, Додику, пишут твои же подписчики, что ты говорил то же самое, что и я. Вот так вот переобул. И да, кстати, он также еще и оскорбляет своих подписчиков в комментариях, когда его ловит на звездобольстве. Короче, этот школьник в ролике нес полную фигню про новый движок, что якобы новый движок будет в стендофе, а потом он сказал, что он типа не уверен, чтобы не словить хейта. А еще он говорил, что летнее обновление будет как Space Vision в прошлом году, хотя разработчики не повторяют обновления. Отвечать этому двухзубому школьнику я лично не хотел, мне лично абсолютно пофигу и на него, и на его мнение, но я знаю, что вы любите конфликты, и поэтому я сейчас уделяю время какому-то додику. Но давайте я еще раз повторю, что если какой-то школьник со старыми наушниками и с микрофоном из одного места будет вам втирать, что он знает тематику 8 сезона, или то, что стендов 2 перейдет на новый движок, то он гарантированно врет. Беля больше всех имеет связь с разработчиками, он официально заявил, что никакого нового движка не будет. Если логически подумать, то движка никакого не будет, потому что ведь если перенести такую игру на новый движок, то будет столько багов, что в игру будет просто невозможно играть. А то, что я говорил в начале, это был небольшой байт, чтобы вы досмотрели это видео и услышали правду. Всем привет, с вами Шестерка, и сегодня будут все самые свежие новости стендов 2. Стендов 2 точно будет на новом движке, я просто в этом уверен. А, нет, ну я просто предполагаю, возможно будет, возможно нет. И да, те, кто в это не верит, ну вы просто сумасшедшие, как такое можно говорить? Верьте только мне, ребят. Гений, да? 300 IQ? Ну и когда же будет обновление 1.0.0 в стендов 2? Честно скажу, дату этого обновления никто не знает. Ни Веля, ни я, ни разработчики. Любой, кто вам будет говорить, что он знает дату обновления 1.0.0, он вас обманывает. Ведь даже сами разработчики эту дату не знают. Ведь версию 1.0.0 еще только разрабатывают и тестируют почти 2 года. Поэтому точная дата неизвестна. Я бы хотел больше это увидеть после 8 сезона, где-то под конец года. Но может быть в этом году разработчики вообще не перепишут полностью с нуля игру и не выпустят официально версию 1.0.0. Да, как бы это сейчас смешно не звучало, еще раз напоминаю, с 17 апреля 2017 года до сегодняшнего дня игра находится в открытом бета-тесте. Я не рофлю, так что, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете про это все, каким же будет стендов. Я лично думаю, что даже с новой графикой стендов 2 потянем все телефоны. Если она будет нормальной, конечно. Хотелось бы услышать что-то от самих разработчиков, но пока что можно что-то слышать от киви-спортсменов. Так что да, наспамьте разработчикам, чтобы они ответили, когда выйдет обновление 1.0.0, чтобы мы услышали точную информацию. А еще посмотри мое прошлое видео, там тоже очень много интересной информации, куча годноты. Спасибо большое за просмотр, увидимся уже в следующем видео. Всем удачи, всем пока-пока.